Казахстанские спортсмены готовятся к 5-м всемирным играм кочевников, которые пройдут в Астане в сентябре. Программа крупнейшего международного мероприятия включает традиционные виды спорта, в частности, игру в асыке. Казахстанцы рассчитывают завоевать призовые места. В команду входят 37 спортсменов. Они прибыли в Алматы на тренировочные сборы. Отметим, что игра в асыке включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В нашей стране этим видом спорта занимаются около 80 тысяч спортсменов-любителей. Также работают 114 тренеров. За это время мы подготовили более 60 мастеров спорта. Из них мы отобрали тех, кто вошел в сборную. И сейчас проводим эту тренировку. Готовимся к всемирным играм.